Всем доброго утра, всем зрителям моего канала, подписчикам, конечно же, моим чатовцам, всех вас приветствую. Вот, нахожусь я, хочу вам сообщить, чем я сейчас занимаюсь. Короче, сегодня у нас вторник. Сегодня вторник, да, по-моему? Нет. Может, среда? Может, среда. Наверное, среда, девочки. О, я забыла уже, какой сегодня день. У нас на улице ветер. Такой, северный, можно сказать. На улице тепло, но ветер. Чем я занимаюсь конкретно? Короче, стала заниматься здоровьем Сережи. Вчера мы ходили, он не взял с собой. Приехал он сюда, вы знаете, наверное, уже, да? Кто меня давно смотрит, всего лишь на 5 дней. У него были куплены билеты с 23 ноября он прилетел, и 28 ноября он должен был вылететь домой. Прилетал он на 5 дней. А домой он не прилетел. Вот. Билет у него пропал. Он сам не захотел домой лететь. С собой он не взял ни медицинского страхового полиса, ни снился. Не было у него, естественно, с собой. Потому что он не должен здесь как бы задерживаться и все такое, да. Но получилось так, как получилось. Его теперь не выгнать из-под палки. Что я делаю? Сделала следующее. Вчера, короче, пошли мы с ним в Чувашмед. Получили страховой медицинский полис. Ходили мы в пенсионный фонд. Дали нам. Распечатали. Копию снился. Сегодня прикрепление сделали. К поликлинике. Города Мариинский, Посад, Республика Чувашия. Ходили, написали заявление. Вот. На завтра прошел он флюорографию. Он уже не был в больнице, я не знаю, сколько лет. Флюорографию прошел. Сейчас он сидит, короче, у стоматолога в очереди. Вот. Короче, я сказала ему, ты должен привести свой рот в порядок. Потому что я так не могу, блядь. Я не могу, когда там зубы и все такое. Сейчас он сидит, ему надо 4 зуба выдрать. Зубы он будет выдирать здесь у нас. Стоматология. Угу. А лечением, конечно же, зубов остальных будет заниматься в Чебоксарах. Запишусь, почему я в Чебоксарах. В конце недели или на следующей неделе я поеду. Запишу себя и запишу. Потому что, ну, лечения у нас здесь никакое, я уже говорила, да. А выдирать по одному зубу, ездить каждый день в Чебоксары, я не вижу смысла. Выдирать одинаково, что здесь вытаскивают их, что там вытаскивать. Вот. Тут сейчас у нас в регистратуре сказали, что зуб... Я хотела бы, чтобы он сразу 2 зуба выдернул с двух сторон. Один и один, да? Вот. Но в регистратуре сказали, что так врач не вытаскивает зубы. Вытаскивает по одному зубу. Так что придется эту неделю ходить каждый день. Даже, наверное, по неделе еще занять, чтобы выдрать. Ну, у него 4 зуба там надо выдрать. Да. Вчера я его попросила открыть рот и посмотреть, короче, я у него посмотрела, что там у него творится во рту, да. У него, короче, нижние зубы прям на десне, изнутри шишка. Ой, я говорю, ты что, ее не чувствуешь, что ли? Шишка на корне, представляете, как флюс, да? Даже на флюс не похож, большая такая шишка, как киста, как будто бы выросла. Это же опасно, вы представляете? Он даже не чувствует. Он говорит, она не болит? Я говорю, ты почувствуй ее языком-то вообще, эту шишку-то. Как родинка такая торчит, вы представляете? Он говорит, она у меня не болит? Короче, запущенный весь. Просто запущенный напрочь. Я вам честно говорю. Вот. Ну... Марлих пизделей он у меня получает, отгребает практически каждый день. И в день не один раз. Да. Здравствуйте. Я сказала, на тебя никто не будет молиться. Ты даже можешь не рассчитывать. А вот. И преклоняться перед тобой никто не будет. Это не мои компетенции. Чтобы я преклонялась, блядь. Что-то тут подчинялась. Сейчас он сидит и боится. Он боится идти к стоматологу вытаскивать зуб.
Боишься, не боишься, если ты связался с Ольгой Викторовной, да, с Багирой, то бишь, то, знаете, мне посрать. Я, главное, не боюсь же. Он, знаете, сейчас что мне сказал? Я рассердился на него. Он мне сказал, что каждый нормальный человек... Я говорю, ты о чем думаешь сидишь? Каждый нормальный человек... Я думаю, как же мне будут вытаскивать зубы? Я говорю, а что, как обыкновенно, сядешь, укол сделают и вытащат. Он такой, ну как же, каждый нормальный человек боится стоматолога. Я говорю, блядь, ты хочешь сказать, что я вообще ненормальный, что ли? Ты, говорю, фильтруй свой этот базар, ты говоришь. Знаете, он когда вот разговаривает, да, я говорю, ты немножко говори, да? Ты думай, что ты говоришь. Он не думает, что он может оскорбить этим человека, обидеть, да? Это уже неоднократно, понимаете? Да. Он такие вот выражает слова, да, не обдумывая. Потом я начинаю его, короче, это, ну, психовать я начинаю. И все такое, короче, в этом роде, да, конкретных пиздюлей вставлять. Потому что я не могу этого, блядь, позволить, чтобы это продолжалось. Говорю, если еще раз, блядь, ты не будешь думать, говорю, да, что ты говоришь, как ты разговариваешь со мной. Ну, поняли, да, что тогда придется с ним сделать. Потому что я уже тоже замучилась. Он не думает. Каждый нормальный человек боится стоматолога. Я говорю, значит, я ненормальная, получается. Если вот я не боюсь стоматолога, да, вот я прихожу, говорю, сажусь, да, открываю спокойно рот, блядь, мне там делают уколы, лечение делают. Я не боюсь. Значит, я считаюсь ненормальная. Рот свой заткнул сразу. Я развернулся, говорю, я пошла вниз. Ты, говорю, сиди, пиздуй, говорю, сам, садись к врачу и делай, что хочешь, без меня, раз я ненормальная. Ты, говоришь, шибко грамотный, шибко нормальный, блядь. Да, пускай узнает Кузькину мать. Он, видимо, еще Кузькину мать не знает. Узнает он Кузькину мать. А то няньку нашел, блядь. Ага, вот я тут с ним. Нянчиться, сюсюкаться, сюсюкаться, усюкаться. Времени у меня тут дохуя. Вагон и маленькая тележка. Сядет, рот откроет. И все сделают как надо. Вот, девочки, на завтра записала его к терапевту. Угу. Будем сдавать ему этот кровь. Биохимиографию. Вот, анализы надо все пройти. Я говорю вам, что он не был в больнице, он очень такой весь. Как сказать, блядь, запаршивленький и запущенный, вы понимаете? Вот. Я не могу. У меня сердце болит, душа болит, блядь. У меня всю жизнь за всех душа болит и сердце, блядь. Вот из-за него тоже. Если я эту девочку не сделаю, да? Если вы не обследуете, да? Проведу лечение с ним. Ну, кому это надо? Кому? Так и будет ходить, как мухомор, блядь. Вот так, девчонки. Вот такая жизнь. А жизнь у меня только держись. Руки мерзнут, телефон не ради. Даже в перчатках. В перчатках стою, руки мерзнут. Вот. Хрюкалка я такая, да. Скажет, хрюкай. Да, хрюкай, что делать? Я на улице зимой всегда хрюкаю. Помощь едет. Страховой медицинский полис, кстати, знаете, хочу сказать, кто не знает, отменили. Отменили полностью пластиковые страховые полюса. Выдают теперь бумагу, там написано выписка с госреестра и номер полюса. Ну, это у нас в республике Чувашия. Вы напишите в комментариях, как там у вас. Но у кого есть пластиковые полюса, да? Они действительно просто по новому законодательству теперь такие пластиковые полюса не выдают у нас. Просто обыкновенный лист бумаги, написаны данные, выписка из госреестра и номер своего медицинского полюса. Вот, удивительно. Меняется все, блин, вообще. Как
кашель у меня еще до конца не прошел. Таблетки я уже перепила все. Курс полностью, да, и антибиотики, все. Но... кашель еще остался. Но пройдет со временем. И насморк, конечно же, хронический. Надо самой тоже. К терапевту я поеду в Чебоксары, к своему к терапевту съезжу. Ну, на следующей неделе. Ну, не в один день. Там придется несколько дней ездить. Надо будет тоже взять направление. После болезни сдать анализы, пересдать на биохимию. Тоже кровь посмотреть, что там у меня с кровью. Потом флюорографию пройти. Флюорографию тоже не проходила уже. Больше года прошло. Вот. Осенью год был. Надо будет флюорографию пройти. Анализы сдать. Гинеколога посетить. Короче, сами знаете, да? Красоту везде навести. Брови пообшипать. Скоро у нас будет весна, девочки. Еще чуть-чуть, полтора месяца осталось. Будет у нас красотулечка. Зима надоела уже порядком. Как у вас там зима происходит вообще? Мне надоела зима, честно сказать. У нас такая сильная в этом году зима. Как раньше в советские времена. Сегодня, наверное, откроем эфирчик. Попозже домой приду. Так что всех приглашаю. Приходите на прямой эфир. Но, блядь, я, наверное, не смогу открыть. С телефона открою, девчонки, с телефона. А знаете почему? С дровами я еще ничего не сделала со звуком, да? Микрофон у меня вообще что-то там перестал работать. Этот беспроводной. Дрова еще не загрузила, с дровами не разобралась я на компьютере. Звуковые дрова. Дрова, да, микрофона. Они же слетели. Вот. Откроем, короче, эфир с телефона, девочки. Угу. Может быть. Напишите, что делать мне. Девчонки и мальчишки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Руки замерзли. Всем хорошего дня вам. Хорошего настроения. Спасибо за комментарии, за просмотры.